Югорчанин Роман Долгий стал лучшим в России на полосе препятствий в Подольске. Завершается первенство МЧС до 19 лет по пожарно-спасательному спорту. Почти 300 спортсменов из разных регионов страны соревнуются в беге с препятствиями, пожарной эстафете, боевом развертывании и подъеме по штурмовой лестнице. В последнем Роман Долгий занял второе место. В десятку лучших попали еще трое югорчан. Соревнования проходят с 18 по 21 июля. Спортсмены борются за звание чемпионов в личном и командном первенствах. Лучшие спортсмены попадут в сборную России для участия в международных соревнованиях.